дорогие Дианочки! Добро пожаловать ко мне на кухню! И сегодня хочу вас взять с собой в кулинарное путешествие на Кавказ! Сегодня мы будем с вами делать грузинское блюдо. Вы, наверное, уже все догадались, конечно, что мы будем делать. Я так думаю. Любимейшим рецептом бывшего Советского Союза. Сегодня будет у нас советская пицца. Советское время... Это была наша пицца. Просто итальянцы были умнее нас, назвали красиво и продали красиво. А у нас как-то не звучало, поэтому и не продалось в Европу так хорошо. Но наша вкуснее, уверяю вас. Для нашего универсального теста нам понадобится 1 килограмм муки. По немецким критериям у меня мука номер 405. 1 столовая ложка соли. 1,5 столовые ложки сахара, 14 грамм дрожжей, это сухие инстантные дрожжи, 50 миллилитров масла растительного без запаха и 600 миллилитров теплой воды. Посмотрите, какая красота, какое оно пористое. Вы видите, как оно изделие, что вам нужно. Вот такая вот красота у нас с вами получилась. Немного масла и начинаем теперь ее делить. Я буду делить их на 4 части, мое тесто. Взвешивать я не буду, потому что они у меня выйдут по 500 грамм каждый. Так. Я уже не дождусь, когда это будет. И вот тут тоже. И буду вот так вот, таким вот способом подкатки. Сейчас я вам покажу это сблизи, конечно же. Собирать свои шарики, свои колобки. Вот теперь... мы можем спокойно работать с мукой. Но, конечно же, немного. Да? Нам мука нужна только для присыпки. Руки обсыпаем мукой. Берем наш колобочек и начинаем. Вот показываю медленно. Вот берете и подкатываете большим пальцем. Все внутрь, все внутрь. У вас должен быть очень упругий. И такой вот прям такой, знаете, как... даже не знаю, как назвать. И потом вот такой упругий, хорошенький, прекрасненький колобочек. Все, готов. Вот так его отстаиваем и убираем на расстоечку. И так поступаем, конечно же, со всеми нашими изделиями. Втягиваем их вот так вот. И все. Обминаем немножко в муке, формируем и ставим на расстойку. Смотрите, какие они. Они вообще сказочные, невесомые, невесомые. Они уже покрываются полностью воздухом. Посмотрите, вот эти пузырьки. Мои заготовки готовы, я их накрою, дам им немножечко отдохнуть. И пока они будут отдыхать, я сделаю наш сыр. Начинки я беру. 200 грамм голландского сыра, 200 грамм сыра фета или брынза и 150 грамм творога, творог зернистый. Для тех, кто живет в Германии, это не совсем типично голландский сыр, да, и это не гауда. Это кашкавал. В Лидле сейчас продают вот такой большой, он почти полкилограмма, не очень дорогой, цену я не помню, марки Мельбона, сыр кашкавал. Он очень похож на сулугуни или на сыр адыгейский. Прекрасно плавится, прекраснейшей структуры, очень мягкий, очень такой, тягучий, знаете, его прям можно вот так рвать. Кто не знает, посмотрите, он лежит в сырном отделе. Так, высыпаем кашкавал. Мой бараний сыр. Я такой человек, который любит очень много разных вкусов, чтобы в блюде
именно вот, скажем, сейчас, вот как у итальянцев есть пицца кватро форманчи, также мне нравится, когда вот аджарские хачапури не просто с обыкновенным одним каким-то сыром, нет, я меняю, я иногда добавляю и рокфор, и горгонсола, это уже когда, как я по настроению, но сейчас я хочу сделать... Пытаюсь сделать классический, но я ведь не я буду, если я сделаю просто обыкновенночки мои. Вы делаете, как вы знаете. Это не оригинальный фасон, это мой фасон. Но я стараюсь, как могу. Так, все, я это все соединила, оно все равно все растает, так что много вымешивать не надо. Здесь у меня специи, немножко соли, немножко перца молотого, и я беру еще итальянские травки. Точно так же вкусно, скажу вам честно. Очень вкусно. Вот. Сыпем это сюда. Один разочек вымешиваем. А с яйцо у нас пойдет сверху, потом такой кайф будет. Ох, аж не могу. Это мне пока на две порции, а потом я натру еще свежие. Все. Итак, начнем формировать наши хачапурики. Я включаю свою духовку. На 250 градусов вверх-вниз. Пускай она начинает нагреваться. А мы начнем формировку наших аджарских хачапуриков. Берем пергаментную бумагу. Вы можете и ножницами резать, я так делаю. Обсыпаем немножко мукой. И берем одну из наших заготовочек. Вот эту верхнюю сторону мы ложим на низ, переворачиваем. Вот такое у нас прекрасное тесто получается, посмотрите. Я прямо вот так их немного раскрываю. Все, мы его раскрыли и ложим. Не надо их ни крутить, ничего, ни скалкой, ничем. Просто вот так вот руками немножечко их раскрываете. Теперь переходим к самому главному процессу. Мы закатываем наш хачапурик. Посмотрите, с краю берем и вот так пальцами, двумя пальцами, пальцы макаем в муку, закатываем вот отсюда и внутрь. Делаем такую типа колбасочку, что ли, как вам объяснить. И снова. И так по всему периметру. Снова. Поворачиваем его сюда, чтобы вам лучше было видно, мои дорогие. И опять оттягиваю и внутрь. Оттягиваю и внутрь. Делаем что-то вроде такой лодочки. И снова прохожусь. Я делаю так. Есть разные способы. Некоторые суют по краям сыр, некоторые делают сначала сыр, потом накрывают. Но я люблю так, потому что мы очень любим вот эту корочку, знаете. Все, готов. Наш полуфабрикат готов. Теперь я добавляю сюда сыр. Вполне будет достаточно. Моя печка уже набрала жар. И сейчас будем отправлять. Ох, как здесь пахнет, как это все уже аппетитненько. Вы себе не представляете, мои. Вот такая прелесть у нас получилась. Это же сказка, да? Посмотрите. Какой шикарный. Изумительно нежный хачапури. Теперь отправляем готовый полуфабрикат выпекаться в заранее раскаленную духовку на 15 минут при режиме 230-250 градусов. Вы должны, конечно же, ориентироваться по вашей печке.
Горячо. Достаем его. Разбиваем сюда одно яйцо. В пропеченной сырной начинке делаем небольшое углубление и отправляем туда яйцо. Обратно отправляем хачапури в духовой шкаф на 2-3 минутки. Какая прелесть, Джон! Посмотрите! Первым долгом режем масло кусочек. И вот так вот, смотрите, хорошенько обмазываем. Вы только посмотрите на эту красоту. Мне как раз муж пришел голодный. Вы видите, да? Ну как можно такое вот? Какая пицца стоит этого? Никакая пицца. А послушайте хруст. Вы слышите, какой хруст стоит? Вам сейчас будет дегустатор. Послушайте. Видите? А здесь... Мне уже ругают, что я много ломаю. Не буду я много ломать, конечно же. Это я вам просто показала, как он хрустит. Какой он красивый, какой он замечательный получился. Какой бесподобный, девочки, это же сказка. Итак, мои дорогие дяночки, я надеюсь, что сегодняшняя аджарская хачапури вам очень понравилась. Хочу с вами попрощаться, пожелать вам всего самого наилучшего. Оставайтесь все здоровы, не болейте, будьте счастливы, не ругайтесь, не обижайте друг друга. Если вам понравилось мое видео, ставьте пальцы вверх, вы уже знаете. Подписывайтесь, приводите друзей, родственников ко мне в гости. Вместе готовить, вместе кушать, вместе пробовать, вместе смеяться и поднимать друг другу настроение. На этом прощаюсь с вами. До следующих встреч. Люблю вас всех, мои джаночки. До свидания. Пойду посмотрю, что там осталось. Может, осталось что-то мне тоже. Пока. Останется от меня.